Взломать цикл узла, бла-бла-бла. Спасибо, я знаю, что это дело. Что, я не знаю, что я делаю сейчас вообще. А почему здесь? Что здесь? Вот, что? Только что можно было прыгнуть. А, потянуть. Потому что прыгнуть можно. А, еще пограничное количество времени. А, вижу. Ага, деньги сейчас хочу. Спасибо. Так, очередная головоломка. Да, спасибо, я понял. Большая башня и наверху вот эта херня. Спасибо, я все понял. А, ну еще движущиеся сейчас какие-то местности пошли. Фак, окей. Нет, здесь никак. Так, здесь тоже никак. Ну вот за что потянуть? Это просто не видно без этого. Без... Ладно. Наверное, так. Просто без зрения не видно, что можно, что нельзя. Так, и что мне здесь делать? А, ну ладно. Если она не зацепится здесь. Ха. Ну то, что я до туда скорее всего не добегу. Охерительно просто. Я даже не знаю, где я теперь. Я понял. Форму так. Снова. То есть отсюда потянуть нельзя? Что? То есть нужно именно тянуть его отсюда. Ладно. Не буду спрашивать. Так, так мы сделали. Так мы сделали. Только сюда остается идти. А здесь только сюда. Ну, здесь вроде как понятно все. Но вот дальше у меня начинаются заморочки. А куда дальше-то? Ну вот, я вижу вот эту херню, которую можно подцепить. Но как бы и все. Вот за эту, по-моему, нельзя. Или за это можно зацепиться? Вот за это? Я не знаю. Давайте попробуем. Нет? А я думал, что можно. Ну, тогда я не знаю. Тогда просто и слева никуда, и справа никуда. Там не допрыгнуть, здесь не допрыгнуть. Как бы куда? Сверху? Сверху не получится. Разве что. Разве что. Вот так? Ну так нельзя. Как она прикольно рукой-то дергает. Сейчас так стоять. Попробуем как-нибудь ломануть игру. Нет, так не получится. Ладно, хорошо. Осуждаем. Здесь никак. Потому что здесь вообще лазеры. И тут никак. То же самое с той стороны я не вижу, как можно... Ну, можно, в принципе, вон там попробовать, конечно. Да, скорее всего, мне туда нужно.
Ну так а чё, я даунгрейднулся по сути и всё? Ну давайте с этой стороны попробуем. Где? Ну нихера себе вот это поворотики. Так. Фак. Нет. Ладно, не важно. Блин, а куда дальше-то идти? Я что-то не понимаю. Ну, она выдвинется и куда дальше там посмотреть оттуда. С другой точки. О, фак. Я надеюсь, не задел, не задел. Так, ну, выдвинулась она. Что дальше? Я могу за... Так. Выдвинется одно, я могу туда. Туда не могу. По стене тоже не могу пробежать. Прыгнуть вперед тоже не могу, но могу залезть сюда. Потом вот так. Так. И что дальше? Ну, здесь могу пройти. Здесь. Здесь. А, тут труба есть. Хз, сейчас попробуем. Так, без пол-литра не разобраться. Ну, что-то дико замудрено. Все просто белое такое, хрен поймешь, что где? Что движется? Так, хорошо, допустим, пойдем сюда. Ага. Вау, все оказалось намного проще, чем я думал. Не намного, но немножко. Так, теперь здесь. Чтоб не зацепиться. И что, здесь? Ну, может так? Ну там просто, видите, зацепиться можно. What? Я сзади ведь ничего не пропустил, нет? Нет, мне нужно идти сюда, наверх. Может, я опять могу за что-то зацепить? Я не вижу, за что я могу зацепить. Ца, крюком. Такс. Сюда это все не то. Здесь нельзя. Прикольно смотреть вниз, титик. Нет, ничего не мешает. Я не мог намекнуть на это дело. Так, что-то я туплю, наверное. Наверное, вот так, да? А, ну да. Я думал, что высоты просто не хватит, точнее, высоты прыжка не хватит. На все это дело. О, ну тут просто миллиметровщик стайл сейчас будет. Здесь точно нет. Вы хотите сказать, я не задел этот лазер? Ну ладно. Пусть будет по-вашему. Это было больно. Фак, я что-то не понял, куда идти теперь снова. Блин, тут просто надо оглядеться, увидеть, куда идти. И так далее. Так, это. Так, я оттуда пришел, отсюда. Вышел. Мне нужно попасть туда. Ха. А, вижу. Нет, нельзя. Откуда мне ее тянуть? Ладно. Так, ну может быть так надо круг сделать. Да, я думаю, круг надо сделать. А, фак.
Ну какого черта? Фук! Больше не буду использовать этот ку. Поворот и прочее дерьмо. А, оно убралось спокойно. Мол, беги заново. А, теперь нормально запрыгнул. Ну, в лучших традициях. Когда надо, не получается, а когда не надо, просто... Да хоть это самое, хоть с первого раза, хоть с закрытыми глазами. Ну, значит, закон подлости, все дела. Нормально. Второго раза сделал. Спасибо большое. Так, это не... Фух. Так, это... Это что? А сейчас-то куда? А? Сюда? Ну, наверное, я... Просто даже... Куда идти-то? Да не может быть, я не допрыгну. Не, а что я думаю-то? Зачем я это делаю? Вот, я уже здесь. Или нет? Лов? Я этой трубы даже не заметил. Угу. Ну, по идее, мне только сюда. Так, туда сюда некуда прыгать. Нет. О, вытащил. А? А что я должен сделать с этим всем? Я ее вытащил, ну и что дальше? Для чего ее использовать? Для того, чтобы подняться по вот этой вот. Ну хорошо, а как там подниматься? Там же нельзя. Или можно? То есть вот так вот, да? Можно сделать. Ну ладно, хорошо. Я подумал, что почему-то нельзя будет обползти угол. Обползти. Господи, там еще далеко доверху-то, нет? Это самая высокая, по-моему, башня из тех, которые я вообще видел, по которым взбирался. А я прошел все Assassin's Creed. У меня просто к башням это самый иммунитет. А, отлично просто. Вот зрение бегущего мне сейчас нужно просто на 10 лет вперед. И оно, естественно, автоматом рубилось. Нормально. А я мог сразу зайти здесь через окно? Да, я понял, она клёво приложила руку к этому делу, и все неожиданно стало вообще классно. Теперь она может телепортироваться. Выйти из узла сети. Дверь, естественно, сзади закрылась. Где? Что? Что? А, what the fuck? Я вообще нихера не... Спасибо. Я вообще нифига не видел. Ух ты, нифига, тут горки есть. Фак! Вот это было эпично. Предсказуемо, но эпично. Так, да куда нам мне там надо телепортироваться? Взлом узлов дает возможность... Вау, да серьезно? А я-то думал, для чего я это делаю? Вау! Ноу, щит, просто карта. Так. Куда мне там нужно идти-то? Ну, знаете, я уже настолько близко, что могу, в принципе, сюда добежать пешком. Я, в принципе, просто так это выполнял, чтобы просто было. Ну, вдруг понадобится. Нет, я снова туда не побегу. Уж.
Хотя, я не знаю, как быстрее будет. Неважно, погнали. Спокойно, это часть сюжета, между прочим. Вы не верите? Я могу открыть меню и показать, что там написано «Сюжет». Открываешь там второстепенное задание, вот это вот, с сюжетом. Короче, все равно, короче говоря, ты бегаешь, только и делаешь, что бегаешь. И там такие плот-твисты в сюжете, что просто лучше проходить что-то не сюжетное, чем сюжетное. Да. Как же она далеко полетела. Ну вот фиг знает, я не понял, что там скат, потому что сейчас она будет прыгать. Ага. Угу. А там такой, знаете, мол... Это вся жизнь Фейт, по идее. Вот это. Боже ты мой. Знаете, бегает Фейт, а устал я. Я не знаю, как это. Описать, ну да. Так я писать, чё мелочиться-то? Не надо скинуть сетчатку, не надо, пожалуйста. Нет, бегай здесь сам. О, перекатился по трубе, правда, ну ладно. О, отлично, пацаны стоят прям там, где нужно. Ты можешь расширить мой доступ в метасеть там, где находишься? Кто там? Так, мешок в фильмах перекатывается. Угу. Да, клёво, когда задание начинаешь, она ушла, говорят. Так, а как это? Лол, что? Я не умею летать в воздухе. Господи, уберите эту подсказку, она мне мешает. Нафига мне задание бегущего, если честно? Я не понимаю. Так, хорошо, ну, наверное, их надо так собирать. Что? Ну, я не умею летать по воздуху, алло. Как бы что за дерьмо? Подпрыгнуть разве что? Готово! Так держать, Фейт! Ты справляешься, Фейт! Осталось всего чуть-чуть, и у меня будет доступ! Угу. Угу. 4 из 6. Так, если их 6 всего, то... 1, 2, 3, 4, 5. Иди, считай. 1, 2. А, вот я. Ух ты, а как тебя тут достать? Ладно, попробуем еще разок. Готово! Так держать, Фейт. Кто соберем на обратном пути? Ты справляешься, Фейт. Осталось всего чуть-чуть, и у меня будет доступ. Ну... Фак. Ну почти. Только не знаю, как эту достать. Давайте начнем с вот этого. Его сложнее всего достать. Или нет? А, нет. Готово! Так держать, Фейт. Но я зажимал пробел. Ты справляешься, Фейт. Осталось всего чуть-чуть, и у меня будет доступ. Ну, естественно, вот это вот пердёж. Это что-то, что-то это задание, это просто жесть какая-то. Так. Готово! Так держать, Фейт.
Ну что-то у меня есть хорошее ощущение, то, что на этот раз я пройду это дело. Ну или нет. Я где-то облажался. Ну это дерьмо собачье, я хз. Так, окей. Окей, где мне... Как мне это лучше сделать? Давайте сначала вот этот. Затем... Так держать, Фейт. Вот этот, потом вот этот третий. Ты справляешься, Фейт. Затем вот этот четвертый. У меня будет доступ. Ну иди ты в жопу! А она еще перекатилась. Так, и вот этот шестой. Фу. Сделано. Сурово. Че, я утечку собрал случайно? А. Все, больше не завезли никаких сюжетов, второстепенных сюжетных заданий, которые такие сюжетные, просто капец. В этом так много сюжета, ребят. Просто капец, да? Вы все видите, как сюжет развивается от того, что я собираю вот эти вот красные данные и так далее. Так, а вот почему мне сюда говорят идти? Если мне отчетливо нужно идти... Куда? Под землю? Ип. Ну, естественно, я перемещусь сюда по-быстрому. Нафига мне это сдалось туда-сюда гонять? Пешкодралом.